А ты уже научился на велосипеде? Да. Да? Да. А где ты будешь кататься? Ну вот, где лужа есть. Где лужа есть? Да. А почему? Я хочу по лужам ездить. О, а ты можешь по лужам ездить? Да. А как надо ехать? Надо вот теперь вот так ездить по лужам. А почему надо по лужам? Я хочу по лужам. Почему? Захотелось. Ничего себе. А расскажи, где ты вчера был? Я вчера был где? Где? Один. Вот куда мы ходили? Козы. С кем ты там играл? С Кевином. О, а что вы с ним делали? Обнимались. Вот вы сидят. Смотрите, вам покажу, как закататься. Ой, ремонтку не делайте. Ну что, карапуз, поедешь? Помоги. Ну, смотрите, надо вот так ехать. Хорошо? Хорошо? Давай выходить, Максюк, пошли. Я вот здесь хочу. Так нет, мы же на улице идем, пошли. Пошли. Давай, проезжай. Все, пойдем. Давай, выходи с велосипеда, здесь я его понесу. Почему? Ну, потому что тут не дорога, ничего, чтобы тут ехал. Все. Ну вот, собственно, уважаемые телезрители, подошли мы к школе. Мы здесь с ним катаемся. Сегодня воскресенье, 15 марта. Карапузу в последнее время прямо запотело ему кататься на велике. Ну ветер, ну и ничего страшного, чего такого-то. Я не хочу на велосипеде. Ну не катайся. Не хочешь, не катайся. Ну Максюк, тебе ничего не случится, пусть он стоит здесь. Если не хочешь кататься, он будет здесь стоять, ждать нас вот здесь. Пусть стоит вот так. Нет! Все. Нет! Я бегу его! Максюш, чего ты кричишь? Скажи мне. Я не хочу кататься. Ну не хочешь, не катайся. А кричать ты что, дать тебе совок? Папа. Совок дать? Да. Ну. Папа. Чего? Ты что, боишься, что ветром унесет велосипед? Да. Не, не бойся, не унесет. Почему? Потому что велосипед тяжелый, ветер его не сможет унести, не бойся. Не бойся, никуда не денется. Так и будет здесь стоять. Если кто-то стоял, то надо вот так нажимать. Если кто-то стоит на пути, мешает проехать, бери вот твой носовок. Застрял это застрял. Это надо выручать, идти, вытаскивать. Ну вот карапуз. Уже 3 часа дня, а он ел только в 10, то есть он голодный совершенно, поэтому такой вот капризный. Ну и ну мы с ним погуляем часик, пойдем кушать. Потому что он тяжелый, ветер его не может унести. Вот вчера мы с ним ездили сначала в банк, там менять, снимать, вернее,
Play, если там нравится, отдельное видео есть. И вот там он один гулял большую часть времени, да, ходил там кругами. Но как-то... Я его обнимал. Да, не могу сказать, что в большом восторге. А потом он встретился с Келлоном, со своим другом. И вот тут началось самое веселье. И у меня кончился заряд в аккумуляторе в камере, поэтому этого видео нету. Я не с Келлоном там хулиганили. Вот так вот. Что ты делаешь, Максюш? Все подметаешь. А зачем ты все подметаешь? Было чисто. А зачем? Было чисто, я сказала. А ты что, кто ты? Я еще тут интересный был случай. Вот эти поисковые системы, там Google, да, Яндекс, Yahoo, ну все поисковые системы, они что делают? Люди чего-то ищут, и они то, что люди ищут, они дополняют. Например, люди ищут часто, например, сериал «Отчаянные домохозяйки», и много такой, как бы много людей это ищет, и когда человек пишет «отчаянные», он думает, что ага, сейчас больше шанс, что будут искать отчаянные домохозяйки, он сам дополняет, дописывает туда домохозяйки. И, соответственно, это вчера пишу где, в Google.ru зашел и пишу там где пробел, а он дополняет Путин. Соответственно, это значит, что много людей тогда ему писали, где Путин. Там подстригаешь? Да. Ничего себе. А как ты подстригаешь? Максюх, как ты подстригаешь? Вот так. А ты снег, что ли, подстригаешь? Да. А зачем? Так нет, поехали на нем, чего его брать-то, давай. Если ты туда поедешь, а я подержу твой совок, давай. Нет! Чего, давай, не хочешь ехать? Запишись, а я буду пометовать. Так ты, мы туда приедем, и там будешь пометовать, ты сейчас еще одну заодно покажешь, как ты через лужу проезжаешь. У нас на видео еще этого нету, через лужу-то. Нет, я хочу вот здесь кататься на дороге, поехали, когда мы видим. Чего? Погоди, Наксюх, мне надо забрать тебе совок, чтобы он тебе не мешал, я его подержу. Нет. Давай совок. Велосипед. Так а что его держать-то? Пусть он стоит, если не хочешь кататься, пусть стоит. Это может улететь. Не улетит он, не бойся, пусть он вот так стоит и все, он никуда не денется. Все, пусть стоит. Если хочешь кататься, садись, катайся. Если не хочешь, тогда пошли играть. Поедешь через лужу на велосипеде? Нет, я потрогаю. Thank you.
Вот ребенку для счастья немного надо. Вышел на улицу, подмел и все, и доволен. Вот бы мне так. Максюх, тебе нравится подметать? Максюх, тебе нравится подметать? Карапуз, тебе нравится подметать? Я занят. Чем ты занят? Подстригаю. Тебе нравится подстригать? Тебе нравится подметать? Нет, подстригать. Тебе нравится подстригать? Да. А подметать? Да. Да? А что там хочешь делать? Нет песка, тебе нужно песок подметать? Да, Максюх, Максюх, стой, 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 стой! Высоко очень здесь, куда ты пошел? Ты чего, не надо туда идти дальше, не надо. Все, дальше не ходи. Очень высоко, потому что видишь, как высоко ты забрался. Не надо. Вон там, как высоко. Куда он пойдет? Не надо туда идти. Ты чего, Макс? Я тебе сказал, не ходи туда. Нет, а как я тебя ловить буду? Ты что, у меня же камера. Не надо туда ходить. Вдруг ты оттуда упадешь? Не надо. Как?
Посмотри, как тут все разваливается. Во как. Вот спускайся, я тебе покажу. Во как все разваливается. Сюда. Ну подальше немножко, отойди подальше. Вот там прыгай, да. Вот, смотри, как здесь все разваливается. Идем, я тебе покажу. Вон что тут творится. Это вам не инки сделали в Мачу-Пикчу 500 лет назад. Максим, здесь какое-то дерьмо, не надо в нем копаться. А где он смотрится? Да вот, смотри, вот здесь. Гляди. Вот, смотри, какая дыра. Вот? Да. Видишь? Потом пометать. Там надо пометать. Ну что, поедешь на велике через лужи? Еще бабушка, где? Ну больше нигде, все. Вон девочка пошла на самокате кататься, или мальчик. Понятно. Там, да. А зачем такая кучка нужна? Не знаю. А зачем ты сделал такую кучку? Молодец. Молодчина. Он никуда не денется. Если хочешь, может быть, и по луже проехать. Пойдешь? Это грязно очень. Здесь сюда не надо. Здесь очень грязно. Не надо здесь в грязи копаться, когда ты весь не извозюкался. Не надо. Не надо. Потому что очень грязно. Пойдешь на стадион, пойдешь кататься? Ну, видишь, испачкал. Да. Да, пойдешь на стадион кататься? Нет, папа. Давай ты бери вот эту щепетку, перекану, а потом ты, когда мы туда придем, я буду там кататься. Ну, пошли. Пап, бери щепетку, перекану. Макюк, ты можешь сам на нем доехать. Почему? Ну, потому что сядешь, да доедешь, да и все. Чего нет? Не хочешь? Я не хочу, я хочу. Ну не хочешь, не едь. Не хочешь, не едь. Чего? Велосипед. Вот велосипед. Вот это тут ветер. Нет, не может ветер дуть велосипед. Ну потому что велосипед тяжелый, ветер воздуть не может. Не катайся. Это там. Так ты же не можешь. Нет, папа. Что? Бери его на уксе.
видите? Вот он вот так мне делает. Это назад, вот так сзади. Ты куда хочешь ехать? Не, Макс, туда не надо, на поле не заезжай. Макдюш, обратно выезжай, только по дорожке будем. На поле не надо заезжать. Папа, где за велосипед? Вот, только по дорожке. Почему там нельзя? Там написано, что там нельзя. Написано объявление, что там не надо кататься. Почему? Там написали. Да. Потому что там велосипед будет плохо ехать. Здесь по дорожке хорошо ехать. Только бегать надо. Давай догоняй меня. А как ты звоночек будешь? Да он как быстро, сейчас меня догонишь. Это они в футбол играют. А ты на велосипеде гоняешь. Ты же у нас велосипедист. Ну давай, разворачивайся, ты все проехал, обратно поедем. Не, давай сюда. Туда, ну поехали туда. Ты еще дальше ходишь, что ли, до конца? Объезжай снег, потому что по нему труднее ехать. Ну мимо снега проезжай, мимо. Максюх, по снегу труднее ехать, едь мимо снега. Вот туда, едь вот туда по дорожке. Где снега нет, видишь? Да и едь. Объезжаешь? Ну это в горку тебе трудно стало, ну что в горку? Куда ты заехал? Снег? Ты в снег заехал? Так в снегу-то трудно ездить велосипед.
Совок вот там лежит, сейчас мы к нему приедем. Совок-то там, надо есть. Меня догонять. Ну вот сюда-то карапуз ехал по ветру, а здесь он едет против ветра. Да. Что, трудно ехать? Да. Вот он против ветра едет достаточно сильно, и вот видно, что ему трудно. Мне трудно ехать. Да? Че, он перестал дуть? Еще дует. Надо его наказать. Как? В угол поставить. Как? В угол поставить. Как? Ну как, ветер, ну-ка иди в угол вставай. Ветер, иди. Он не идет. Не идет? Нет. Не слушается, что ли? Нет. Ну придется наказать. Как? В угол поставить. Солос? Да? Он тут вылипает. Не заезжай ты в снег, в снегу трудно ехать, Максюх, не заезжай в снег. Видишь, он не едет через снег, просто вот здесь проезжай и все. Ты хочешь через снег? А? Ты хочешь через снег проехать? Вот зачем ты туда залез? Видишь, трудно ему. Вот здесь-то легче, чем по снегу, да? Да. Да. А вот здесь хочу ехать, здесь. Да, вот здесь едь прям за папой, догоняй меня. Я здесь колхоза поехал. А Кэллон умеет на велосипеде кататься? Нет, я не спросил. Надо спросить у него, да? Да. Сказать, Кэллон, can you ride a bike? А Джоуи? Кэмерон, я не знаю, спроси у нее. Да. А Брук? Быстро едешь, да. Догоняешь меня? Не надо, там взяли бежать, туда нельзя. Вот по дорожке. Смотри, тут два прямоугольника. Два прямоугольника, да? Это два треугольника. А здесь? Здесь один. Здесь ну там было два, здесь один. Ой, помогите! Чего? Ты просто отдыхаешь? Нет. Как Винни-Пух? Нет. Смотри, ты там лежишь. Ты что, застрял? Я начал камять. Ничего себе. Тогда тебе просто... Ой, мне не нужен такой грязный мяч. Можешь его туда кинуть девочкам, они будут играть. Вон тем девочкам иди. Вон смотри, вон дырка, видишь, забор, иди вон там в дырку кинем. Они как раз такими играют, видишь, у них много. Кинем еще этот. Нет. Хорошо, не кидай. Да я тебе. Мне не надо, он очень грязный. Вот сюда можешь положить, вот сюда. Кармашек. Сюда, я тогда потом туда поеду. А потом у нас умеет. Ну, он здесь как-то зимой или еще осенью насобирал кучу мячиков из-под гольфа на вот этом поле. Ну много, штук, наверное, 30-25 может. И унес их все домой. Мне 3 года. Да.
и сложил их все в коробку. И вот теперь все мячики, какие он находит, он складывает туда. У него там гнездо. Сколько у тебя уже мячиков в гнезде? 5. Да, Макс, у тебя там, по-моему, намного больше, чем 5. 10. 10? Да, по-моему, даже не 10, а 30. 15. Кто поехал сам? Ну, сам, конечно. Быстро, да, меня уже обогнал. А мы покушаем, мы еще будем гулять, просто не ел, тебе надо поесть. Не, да, я еще буду. Максюха, мы еще покатаемся, возьмем с собой совок, в песке поиграем. И возьмем рукавички, чтобы у тебя руки не мерзли. Не, перчатки, не, а то у тебя ручки мерзнут. Я тебя не мерзну. Ты уверен? Да. Пойдем, может, перчатки возьмем? Дома. Не знаю, меня мерзнут. Так, давай-ка попьем, ты давно не пил. Ой, Макс, в лужу только не лезь, а. Карапузик, смотри, у тебя уже мокрые башмаки, осторожно, там камера, осторожней. Где? Давай. Да вот стоит, снимает тебя. Давай я тебе это... Я здесь. Да, ну не пил. Да, сейчас ты попьешь, я ее возьму опять. Осторожно. Ой. Ой. Давай, попей. Немного есть, вот, надо попить. Еще. Давай еще, будешь пить? Еще. Пап. Что? Пап. Чего? Хомячок тоже. Я захочу хомячать. Ну вот, едет все еще. Я просто молоко пил, поэтому отключался. Вот смотрите, футбольная бутса. Да, вот здесь вот играли вот подростки, куда-то свинтили. Вот мячики валяются. Мячик валяется, да? Я поражаюсь, как вот так вот можно? Вот они пришли вот на поле. Вот он что, без бутсы ушел? В одной бутсе или что? Как он мог забыть бутсу? Или они приходят, перебываются здесь, но все равно, ну как, он одну оставил, одну унес? Я ничего не понимаю, вот как это так получается? Здесь приходишь, пацаны, футбольные мячи лежат, какие-нибудь такие вот мячи из-под лакросса. Вот этот вот лакросс, идиотская игра, вот вон девочки играют. Из-под гольфа там штук 30, я говорю, Макс нашел. Да я не понимаю этих людей, вот. Они что, им это все не нужно, что ли, вот все. Застрял? Сейчас я тебе помогу. Если ты застрял, ты можешь выйти, подтолкнуть велосипед и проехать дальше. Да, или вот так ногой подтолкни. В другую сторону, в другую. В другую, в другую. Ну, сейчас тебе помогу, сейчас. Давай. Люди вот приходят, им это все не нужно, что ли, я ничего не понимаю. Или у них столько, что они даже не считают эти бутсы. Да ты говоришь, мячик! Да, мячик, да. Ты хочешь пойти взять? Да. А зачем тебе? Делать. Ну вон там надо зайти, где ты заходил, вон там. Поехали туда, сейчас там зайдешь. Давай садись, поехали. Ну где-то там в уголке всегда заходил.
Здесь же не зайти, надо туда проехать, садись на велосипед, поехали, я тебе покажу, где взять мячик. Я помню где. Помнишь? Давай. Да, я помню. А давай это посадим. Давай, давай, в песке покупаем. У тебя совок есть? Подруги. Еще вот реально вот сейчас может быть достаточно холодно. Может быть, ну то есть холодно, холодно. Я даже перчатки. Ну вот, в шортах гоняют. Ну что, пойдешь в песке копать? Помоги мне. Застрял? Рядышком. Посмотри, где. Рядышком. Другая. Какая? О, Господи, вот это. Какая? Для роллов? Да. Ничего себе. Делает тесто для роллов. Кто сломался? Где? Ну ничего страшного, копай таким. Потом мы это будем возьмем тебе другой совок. У тебя же есть еще. Пока таким копай. Все, значит, надо будет его выкинуть и взять другой дома. Этот надо будет выкинуть в мусорное ведро. Метелку. Это метелку сделать. Работ, пошли-ка домой, возьмем тебе перчатки и это, и другой совок. Ну, потому что этот совок уже не копает. Сломал, мы этот выкинем, а возьмем тебе другой. Давай, клади его. Не дай мне мечелку просто. Мечелку. На. Карапузиков, давай-ка попьем, потому что ты давно, это много есть, давно в цели, давно не пьем. Давай. Макс. Ты сделал кучку, давай, дай попей. Еще выспись. Специальная кучка.
Да, ну не делал кучку? Да, вот, берут в корову такой кучку и вот так начинают мять, потом так будут отфиловать. Максюх, пойдем мы это домой возьмем новый тесовок, у тебя уже ручки замерзли, все, пошли. Так, все, давай, говори всем пока. Сейчас пойдем возьмем. Так, мы возьмем тебе рукавички и новый совок. Давай, говори пока всем. Пока, хозяйка. Ну, Артюш, ну, пока. Пока, Зайничка. Клади его туда. 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 А я еще хочу. Хорошо, сейчас пойдем домой, сейчас уже больше искать не будем мячики, потом будем искать. Поехали. Так, ты ногой подтолкни, как я тебе показывал. Да, вот так, правильно, толкай. Эту ногу подними, вот эту ногу приподни. А то и толкай, давай. Никак. Хорошо, давай, я тебе помогу. Я уже научилась. Давай, катись. Такой металл, какой. Реально тяжелый. И поэтому, конечно, ему тяжело с ним справляться. Горный велосипед, грубо говоря. Зачем так делать? Да вот снять лакросс. Вот там играют лакросс две девушки. Вот такая вот идиотская игра. Вот такими клюшечками бегать. Там палки. На конце палки сетка. И надо вот такой вот сеткой мячик забрасывать в ворота. Такие маленькие. Что? Ну, Макс, ну куда тебе столько мячиков? Максюш, ну куда тебе столько мячиков-то? Зачем? Вот тут выход, вот сюда иди. Взять, а? Что взять? Золотый. Нет, это же их желтый. Это что, это их? Это наш. Это не наш. Эти. И эти не наши, их не заблудишь на место. Зачем ты их взял? Положи их, пожалуйста. Хочу. У тебя уже два есть. Я еще хочу. Зачем тебе столько мячиков, Макс? Не влезай, давай ко мне в карман клади. Все, давай застегивать. Зачем застегивать? Люблю подойти. Ну, Макс, это не наши, это вот девушки принесли. А я тоже не делаю. Они играют в эти мячики, пошли. А ты их забираешь. Пойдем. Ну, ведь захотел забрать и забрал. Поехали. Спасибо.
Максюш, Максюш, едь, не стормози, давай. Да, Макс, поехали. Макс, да что ж такое-то, поехали. Они могут забыть, они не забудут, не волнуйся, поехали. Вот сюда, едь не на газон, а ко мне. Вот сюда, да, ко мне. Давай толкай. Так, ладно, все. Не надо выкидывать, он испачкается. Надень его на голову. Надень его обратно на голову. Потом ты когда спрыгнешь, я его возьму. Сейчас я не могу держать, у меня камеры в руках. Вот, давай, проходи. У меня продается. Ничего не будет, нормально. Как ты тут ходишь? Что-то оно едет. Я держу. Вот, видишь? Давай его сюда. А видимо, он сидит. Давай, Макс, проходи дальше, сейчас домой пойдем. Макс, слушай, проходи дальше, хватит камешки кидать. Максюш! Только аккуратно прыгай, чтобы не упасть, потому что там лужа. Очень аккуратно. Аккуратненько, да? Чтобы не упасть. Молодец. Где твое гнездо? Вот. Что там у тебя живет? Мячики. Где? Вон там? Да. Ну вот. Еще? Ну так вынимай его, там они в кармашках сбоку. Я не могу. Ну я тоже не могу. У меня потому что в руках камера. Доставай. Спасибо. А? Так, тут. И вот еще. Поверим. Так. Вот он целый вот этот ящик завел разными вот такими вот шариками. Вот, находишь мячик эти? Из-под гольфа, из-под лакросса. Да, это поставь на место, это жидкость для омывателя. Куда? Это жидкость омывателя. Стекла, ставь на место, ставь на место. Туда, ставь на место. Хорошо, пошли. Вот забил целый такой ящик. Мячики. А зачем они тебе там? Ну, это гнездо. Поблизи сад. Нет, ты сам держи, у меня камера. У тебя какая, Максюх, шапка? Желтая. Желтая. А что на ней нарисовано? Миньон. Да? А что это такое? Я не знаю. Что такое миньон? Я не знаю. Какой-то персонаж из мультфильма. Еще не видел. Я тоже не видел. Будем смотреть такой мультфильм? Такой? Про миньона. Такого? Да. Подавай на миньон. Сейчас мы все к нему пройти, я сюда провел, там уже ничего нет. А? Я все вынул. Куда? Посмотри, как он приехал. Oh.
Ну что же, скажи, Максюш, где ты сейчас был? Я сейчас был на поле и там мячики взял. А еще что ты делал? Я катался. На чем? На велосипеде. А еще что делал? У меня здесь соки. Щеки что? Да, все мерзли. Замерзли иногда, как отрабатывают. О, как замерзли-то. А еще что ты делал? Что еще делал? Да закрой дверь! Да, сейчас закроется. Что ты еще делал? Сейчас носы. Что ты сейчас будешь делать дома? Что она поехала? Ну что ты нажал вторую дальше, на втором остановились. Сейчас на четвертой едем. Вот это какой? Наш. Наш. А мы на каком этаже живем? На четвертом. Да. Я когда такой маленький был, даже жил на четвертом. У нас лифта не было. Где мы? Лифта не было в доме, где мы жили. Куда мы ходили? Мы по лестнице ходили. Вот куда мы поднимались? На белом? На четвертый этаж. Барабан. Два вида барабана? У них голова не мерзнет в одной этой берете. Они все скиданы, гудят свои. Нет, Максюш, так можно вывалиться. Тебе ногам не холодно? Просто нет. Парад по поводу Дня Святого Патрика. Вот они, ирландские напевы. Когда они запели свои свистки. А сегодня холодно и народу мало. Обычно здесь народ стоит вдоль вот этой дороги. А сегодня вот все по домам попрятались. Что там? Идут там, ну дальше, попозже пойдут. Помнишь, как-то год или два назад, там еще Беатрис на день рождения ходили, мы прям ну, в кофтах ходили. Было тепло. Теперь буду снимать, как мы нет, тут смотрим. Нет, можно тогда это? Я пойду достану. Достань, я просто буду с ним снимать. Давай, давай. Ночь, ногам не холодно или ботинки принести? Не холодно. Осадка, там осадка. Сейчас, да, сейчас. Давай, капюшон надень. Надо, чтобы давай, ветер не дул. Надо. Эти вообще без шапок идут. Морозоустойчивые. А что вот люди без шапок идут? Неужели вот... Ой, реально вот им холодно. Много, да. Только, пожалуйста, не машину, как можно не упасть. Да. Вот так вот, держи, я пошла. Хорошо. Подожди, мне яйца, это газ уменьшит. Ты не перевешивайся. Иди. Держи его, пожалуйста, только хотя бы за руку. Да, сейчас буду держать. Ой,
Подожди, у меня носороги. В рукавичках тебе лучше? Да. В перчатках. У тебя же перчатки, да? Да, из пальцев. Да. А у, да. У тебя руки мерзнут. А у тебя? Нет. Вот смотри, вот так. Барабаны. Смотрите. Да, у них везде барабаны, да. У них везде барабаны. Вот обычно, здесь когда, в другие года, то, что я смотрел, этот парад Святого Патрика, здесь вот эти вот люди идут, да, вот например, такие подготовилась группа, да, там музыкантов, и они идут и играют там ирландские мелодии. А между ними идет толпа вот местных жителей, дети всякие, тетки, целой толпой идут. Просто все забито, нет пустых мест. А сегодня, потому что холодно, реально пустая дорога. Их много идут, да? Да, сегодня вот видите, как мало. Потому что вот замерзло, все, американцам, ну, да, не гоже же выходить. Папа, а эти в юбках морозоустойчивые. Велосипед? Это у него самокат. Велосипед? Нет, это самокат, Макс, у уже щеки красные. О, смотри, это там идет. О, кто это? Это Чика. Смотри, Чика! Ух ты! Еще не досушилось. Ты ему что, Максюш, помахал? Матюш, ты помахал ему? Матюш, ты помахал тигру? А это, видимо, это походка у этого тигра женская. Это помахал. А башмаки мужские. Да, мужчина с женской походкой. Ну вот что ты хочешь? Я не помню твоего. Такого телефона. Я не знаю, пап. Я не знаю. Сынки у него еще какие-то работы, обычно народу больше, да, идет? Жень, согласись. А кто-то выехать вон пытается, смотри. Из двора. Еще песенка. Это вот эта тетка вот пытается выехать. Тетка, вот. Девушка. Все, тетка. Она влипла. Вот самые ирландцы пошли. Самое, что ни на есть, ирландцы. Африканские идут. Вон еще один. Ирландцы, что, отмечают День Святого Патрика. Макс, не перевешивайся туда. Вот, что? Да, вот, смотри, как он играет, видишь? Видишь, другая мелодия пошла. Видишь, как по-разному они палочками ударяют? О, а там где-то молодые гимнасты. А вон, смотри, там девочки. Нет, танцуют. А они тоже ходят заниматься танцами. Ты вот гимнастикой занимаешься? Вот это не запаривайся, просто из машины колонку выставил, и все. Так нет, пускай бы шли тоже эти с дудками, с волынками, с барабанами.
Девочки, почему без шапок с собой холод тоже? Неправильно это. Ну так пускай выступает в шапку. Что, нельзя в шапку, что ли? Ну замерзнут же. Нет, ну реально, это идти от самого так, как вот сюда, целый час. Так без шапок. Сколько? С 11 и 12, я не знаю. Макс, нет, это очень круто. А вот такая маленькая группка домашняя. Но играют так же, не хуже остальных, да? Куда ты лезешь? Мы сейчас лезем. Только волынок у них нет. А нет, вот есть волынки. И ботинки. Ботинки замерз? Держи его. А это вот что это инструменты такие у них? Вот это барабаны. Да, вот эти, да что это? Это такое. Такой барабан дотащить целый час, наверное, трудно. Папа, можно перевести тебе другое? А мне?